Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Godus, и что-то тут у нас обновилось, как вы помните. Мы достигли главного нашего берега. Давайте карту поменяем, повернем. Карта. Поворачивайся. А, вот так вот. Нашел клавишу. Черт, почему она не фиксируется? Да не было такого у меня, ну ладно. И я вот зашел в игру, почему-то целая куча ресурсов появилась. Я не знаю, с какого перепуга... Мне такой бонус дали. Ну, дали, надо пользоваться, мне кажется, правильно? Это халява, она... Как на халяву юксу сладкие. Можно даже играть на домах. Пум-пум-пум, пум-пум. Прям гениальные. Можно гениальную музыку сочинять. Причем все дома по максимуму дают, да? Сначала я соберу весь урожай, я жадный. Собака, на тебе. Так, у нас два тотема. Какой-то бонус есть для двух тотемов? Не знаю, еще посмотрим. У нас главная книжка с каким-то квестом. Что в этом роде? Так, ладно. Запущу чуваков, так и быть. Чем больше нас, тем лучше. Наверное, я не знаю. Все, и так наплодил тут целая куча, они тут с ума сойдут все. Так, все. Так, и какое-то событие, какое-то эвент, событие. Какой-то, я не знаю, маунт, скала богов, что-то в этом роде. Давайте посмотрим. Эми, Вух. Скида со мной общается, что ли? Это другой бог со мной общается? Что за фигня? Ну хорошо, давайте подеремся, попробуем что-то такое, не знаю, куда нажимать. Наверное, куда-то сюда. Давай! Наверное. Что происходит? Вообще непонятно. Go. Это я кому-то подсоединился к игре какой-то? Или это компьютер за меня играет? Наверное, компьютер, мне кажется. А, это батл такой. Кто кого замахает? Ну, я точно замахаю. Я быстро кликаю. Так... Восполняем, уменьшаем, активируем, заполняем, уменьшаем. Так можно свихнуться. Заполняем. Ресурс. Надо быстрее, чем им это сделать, я так понимаю. Или что в этом роде? Хрен его знает. Будем надеяться, что это так и есть. Ну это какой-то батл, это какое-то событие, против кого-то играть. Но мне кажется, это компьютер все-таки. Что подсказывает. Ага. Чувак упал. Извини. Собираем, активируем, собираем, активируем. Okay. А что она делает? Подождите, у нас есть какое-то определенное... А, у нас нужно максимально большую цивилизацию за время. Понятно, все, понял. Сейчас сделаем. Уменьшаемся. Да 10 минут надо выиграть. Да ладно. Я успею. Так, поднимаем это все. Максимально ровную поверхность надо активировать. Давай, собирайся, блин. Так, хорошо, уменьшаем.
Я вот делаю и все. Офигеть. Ну, это первый вид должен быть легкий, иначе... Иначе, сами понимаете. Только вливаешься в игру, тут уже вас делают. Такого не бывает просто. Так, хорошо. Здесь уменьшаем. Есть какой-то предел, или можно тут вообще сколько хочешь уменьшать? Так, ресурсы собираем. Так, меньше, меньше, меньше. Ресурс. Почему здесь не хочет? Это же... Странно. Чувак хочет забраться. И спустил дух, ладно. Так, пока мы неплохо лидируем. Это меня, откровенно говоря, радует. Да я уже испугался, что. Сейчас заслопочем. Так, ну места уже меньше и меньше. Куда дома делать здесь? А, сюда. Уменьшаем. Вот, пробиваемся. Че сюда пробиваемся? Правильно, правильно. Здесь уменьшаем все. Неужели мест не хватает? Да ладно, издевайтесь. Вот. Ресурсы собираем сразу все. Какой-то эвент, видимо, специально сделан. Но я уже, блин, по-моему, обогнал ее в 2 раза в 2. На черной скале не хотят строить, мне кажется. Сейчас проверим, так ли это. Да, так и думал. Так, ага, сюда. Уменьшаем, уменьшаем. Что, какая-то радиация, что ли? Или что-нибудь? Что за фигня? Давайте посмотрим на Эми, как она там строится. Вот лошара. Меньше, медленнее, чем я строится. Но у меня домики одна квартирная, грубо говоря, будем называть их так. А, вот что ты хочешь. Не надо, не поднимайся, все. Вот тебе на. Так, здесь пару мест есть еще, я вижу. А если вот так сделать? И вот тут. Давай, 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 давай. Давай, давай. Да ладно, что, нету места? Не хватает. Какие-нибудь жадные все. Как слоеный пирог раскатывай, как тесто. Отлично. Как-то так, пак. Ресурсы у меня все красиво. Здесь наоборот добавляем. Да ладно, не хватает что ли? Ну, немножечко еще. Да ладно, ну ребят, ну, один домик еще сюда. Что, нет? Зажали. Ну все, я. Блин, он меня нагоняет немножко. Срочно, срочно, срочно. Да давай ты! Отлично. Чё-то мышка не реагирует. Двойной щелчок должен поднимать землю, она не хочет. Это же подтормаживает. Процесс. Так, заглаживаем все. Нет, ты лишняя. Поднимай, поднимай, поднимай. Аккуратненько поднимаем. Шикарно. Мне ресурсы не нужны, мне нужны домики. Я хочу домиков как можно больше. Не хочет. А, мы влияние заканчивает? Или что такое происходит? Или я могу поднять это? Могу. Ну, вот, еще динамик, спасибо.
Так, 18 на 4. Я неплохо оторвался. Это хорошо. Так. Что тут у нас, ребят? Чего тут затормозились? Поднимаем домики. Ну, неужели одинокий не построишь? Молодец. Музыка такая дын-дын-дын, как по нотам. Можно забраться наверх, но мне нафиг-то не нужно, по большому счету. Давайте просто здесь лучше быстренько протащимся. Тотемы? Ну, давайте тотем куда-нибудь сюда. Смотрите, псих так побежал туда. У-ху! Давай. Супер. Я так и не очень понял, что тотем делает. Но мы еще, надеюсь, узнаем, что он делает по пути. Потихоньку. Ну, ресурсов просто до жопы даст теперь. Жопный ресурс. Так, сюда. Так, построили. Ну, нормально, но мы в любом случае опередили просто на голову давно уже ее. Так что нам... А тут проблем не должно быть. Так. Так, ну все, победили в любом случае. 36 секунд осталось. Так. Так. А, смотри, что мне дает. Что-то дает, короче. Но я победил, это самое главное. С большим отрывом. Открыли какую-то карту, мы выиграли карту. Дикий мужчина. Это красный последователь. Присоединился в наш дом, в наш мир, в наш домашний мир. Он предпочитает жить в удаленных убежищах. Круто. Мы всю карту выиграли сразу. Свеча. Карточка ресурса. Животные, карточка ресурса. И у нас календарь. Смотрите, календарь. Чтобы одночить, нужно кучу всего. У нас пока есть только свеча, наверное. А, еще не анимал был. Анимал, да. Что еще есть? Все. Ну что, нормально, сразились, выиграли, как всегда. Это было круто. Надо двигаться дальше, что ли? Так, собака. Собаку завалили. Не в ту сторону. Надо будет потом еще пойти на испытания, потому что за них дают дофига карт классных каких-то. И не можешь не радовать. Не очень понял, для чего тотем нужен, но разберемся. До сих пор не могу понять, что это нам дало, конечно, там. Но что именно? Хрен его знает. Так. Супер. Блин, в какую сторону? Я с ним путаюсь. Ладно, нормально, все хорошо. Тут я ставлю, мне нравится такой. Ну надо же хоть что-то было зеленое, правильно? А то обидно как-то будет за наших чуваков. Нам мы уже почти доросли до того, чего нужно. Ну, в смысле, до уровня роста пещеры, роста чуваков наших.
Так, тут все нормально, нормально, нормально. Ну все, на следующий ивент не пойду, потому что страшно. Вот этот чувак, кстати. Панк какой-то. Мы открыли панка. Не очень понятно, что он сейчас делает. Просто гуляет. Хорошо. Не тотем пока не будем ставить. Вот у нас расширение. А, подождите, что-то еще новое. Мадри Колодж. Короче, эти сосайти карты у нас можем открыть. Видимо, даже эволюция, следующая эволюция наших строений. Ну, леса у меня полно было, остального не хватает. Ладно, снесу все это дома. Вот так как-нибудь сделаем. Хорошо, но мы расширились, но почему-то не в ту сторону, что ли? Я что-то не понял. Неужели нам придется здесь что-то расширяться? Потому что... Что-то вообще тишина какая-то, какая-то брошенная деревья стала. Не очень понятно, почему не расширился здесь наша территория. Не понять, что же произошло. Ну, в принципе, можем дальше где-то расширяться, там, по большому счету. Но, ну, как-то это все по меньшей мере странно, мне кажется. Что, не хватило тебе? Ну ладно. Каким-то таким треугольниками расширяет. Слоёный пирог. Да ладно, если он не помещается ни один дом, не может быть. Что, попробуем достать сундук этот? Достанется, нет. Вот не достается почему-то сундуки эти. А, смотри, достается, все нормально. Так, у нас есть карта ресурсов, пригодится. И попробуем, тебе тогда раз это достался. Подожди, здесь был тоже сундук, вот он. Еще ниже надо. Да зачем мне ваш лес? Хорошо, как-то можно разрушить поселение вот это вот? Там, где сундук лежит. Так, чем вы разрушите его? У меня нет ничего такого. А, вот у меня палец есть. Палец Господень. Супер. Эй, палец сменись. Отлично. А, ресурс карт какой-то пластырь. Что такое пластырь? Хрен узнает. Пока сложно догадаться, что это такое. И еще одна штука здесь, но нам нужен палец Господень. Господень, как я его называю мощно. Ага. И сюда. Угу. Не повезло еще одному дереву. Не дерево, а этому. Еще одной хате. Ну давай, уменьшайся. Камень, отлично, для сеттлмента. Остался только флинт, по-моему, да? Это же флинт? Флинт. Все, ребят, заселяемся обратно. Так, хорошо, это у нас есть, это есть, есть. Так, мне придется снести деревья, потому что нужно место, а у нас его с ним напряг какой-то. Хорошо. Теперь мы попробуем тотем поставить, еще раз посмотрим, что такое тотем. Ну правильно, следуй туда. А что мне это дает, непонятно пока. Ну попробуем. Ну давайте куда-нибудь сюда.
Ну, активируй. Ой. Деактивировать. Активировать сюда хочу. Не хочет. Ну ладно-то. Черт, когда же он активируется-то? Left click to place. Right click to move. Ну ладно, хорошо, давай куда-нибудь сюда. Ага, сейчас я понял. Чё? Что происходит? Move. Ладно, забили. Чё-то я не то сделал. Как я вызвал эту штуку, кстати? Чё-то она не хочет убираться. Вудхант. Какого хрена? Ладно. Что-то я тут не то. Ладно, я видел, где-то еще есть. Сундуки под домами. Надо их найти. И это должно нам помочь. Кто видел сундуки? Блин, дикая охота, вот берись ты. Какого хрена? Как вообще убрать? Чего только там нету, болото какие-то. Чего случилось? Я не хотел, извините, ребят. Я не специально. Так, хорошо. Деревянная худ, это не охота, это худ, крыша какая-нибудь, я не знаю. Мне, в принципе, как-то пофиг на эту крышу, деревянную. Я хочу понять, что делать дальше. Ладно, ищем, короче, сундук, который я где-то здесь недалеко видел. Он мне его закрывает. Надпись. Вот он, смотрите, нашел я его. Так, хорошо. Так. Вот так. Вот так. Ну-ка, давай вниз еще прокопай. Ну, копай вниз. Пожажа. Пожажа, ну пожажа. Что случилось? Охота закончилась, ну слава богу. Достала на меня. Неужели мало места? Ну издевайтесь, что ли? Ну ладно. Свеча, да? Ну, она мне, конечно, нужна, но не на эту карточку. Не на эту карточку. Вернись, карта. Ну как-то так, да? Блин, что бы? Там яма? А, не могу. Блин, ну ладно. Начинается. Чуваки какие-то умирают. Так, что делать дальше? Как расширяться? Что-то непонятное пока происходит. Может быть, это предел? До карты я не доберусь. Тотем почему-то не двигается. Либо какие-то глюки. Ну, это ранняя бета-версия. Может, какие-то глюки существуют. Я не удивляюсь, в принципе, но... Ну, давай вот сюда поставим. Почему он не ставится туда? А сюда поставишься? Только на свою землю ставится? Да ладно. А смысл тогда этого тотема? Так, ищем тогда еще сундуки.
А что еще делать остается? Это надпись. То есть я нажимаю на дом, допустим. Кабина. Готово. 16 секунд, 2 штуки. Все, я понял. Как-то работает, оказывается, все проще и банально. Ну что, предлагаю расширяться где-нибудь здесь, а я других вариантов тогда и не вижу. Как-то еще можно расширяться. Нам нужно расширить до 270, чтобы как-то там подальше это раздвинулось, что ли. Так, благо ресурсов у нас хватает, почему бы не порасширяться? Хорошо, не проблема. Так, ты. Побежали строить. Здесь еще можно парочку построить. Здесь можно дофига построить, надо тогда побольше занять территории. Давай сюда и сюда. Хорошо, 250. Ну, где-нибудь еще сюда, что ли, отгрохаем. Чего только не приходится делать в этой игре. Ну ладно, я думаю, что мы все-таки сможем сейчас что-нибудь придумать нормального. И дорасширим нашу деревню. Потому что выбора у нас нету, иначе придется расширять. Это хорошее место. Зачем я здесь расширяю? Ладно. Как скажете, игра. Все, сейчас достигнем. Это самое главное. Ну и у нас сейчас будет очередное расширение. Я надеюсь, она расширит нам территорию в этот раз. Вот расширение. Тогда почему не было расширения? Тогда была карта какая-то другая выскочила. Вот оно расширение. Шикарно. Мы все-таки сделали это. Несмотря ни на что. Так, так. И поднимись. А чё он в лес побежал-то? А, вот куда побежал аж. Ничего себе. Чувак не знает, где жить. Давайте мы здесь построим отдельную хату. Не построится? Ну ладно. Молодец, чувак. Так, что было написано, я не успел почитать наверху. Хорошо, теперь мы тотем деактивируем. И передвигаем его куда-нибудь сюда. Ну, на этом мы с вами серию закончим, а в следующей серии продолжим. По-моему, достаточно весело, прикольно. Просто интересно, чем все-таки закончится. Я так понимаю, это в конце будет какой-то космической эры, и будет вообще все очень круто. Но хрен его знает, как там все будет в реальности. С вами был Клауд, надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.